Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел входит в состав большой структуры ГИБДД МВД России. Поэтому многие сотрудники носят полицейскую форму, хотя есть и полностью гражданские работники. В отделе занимаются любыми вопросами, связанными с регистрацией транспортных средств. Если вам необходима регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, получение водительского удостоверения или его замена, а также получение регистрационных знаков, вам нужно обратиться в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел номер 5. Здесь работают опытные и квалифицированные сотрудники. Они обслуживают три района – Славянский, Красноармейский и Темрюкский. Качество обслуживания автовладельцев повышается. Этому очень помогла запись на прием в МРЭО через госуслуги. Очень удобно. Я записался быстро вчера на госуслугах. Сегодня приехал, ни очереди, ничего нету. И еще радует то, что скидка 30% идет, если ты записываешься через госуслуги. Очень хорошая форма работы. Удаленное обслуживание, безусловно, намного более удобно для водителей и собственников транспортных средств. Самое главное, что записаться на прием суда совсем несложно. На своем компьютере, либо в телефоне, зайти в портал государственных услуг, записаться, как бы уже было сказано, на определенно удобный вам день, время, заполнить в электронном виде заявление и прийти в свое назначенное время. Плата по госуслугам со скидкой 30% происходит. Соответственно, экономите деньги и свое время. Обслуживание через единый портал государственных услуг уже завоевало популярность у автомотовладельцев трех районов. На сегодняшний день 90% пользуются услугами госуслугами, а остальные все пытаются прийти по старинке. Но придя сюда, они понимают, что это намного выгоднее и удобнее, и идут и переписываются на следующий день. В самом деле это устраивает всех. Есть немало реальных преимуществ. Можно выбрать удобную дату и время, вас обслужат ровно в назначенный момент. К тому же оформление пройдет намного быстрее. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».